думаешь, что Маджей — это просто детский мультик? Нет, на самом деле футурологи знают будущее и готовят нас к нему. Так что давай я тебе все объясню. Однажды на одной из планет мыши стали господствующим видом, но у них кончилась еда на планете, и им нужно было куда-то переселяться, например, на нашу Землю. Они специально отправили к нам на Землю шпиона Джерри. Так что на самом деле Джерри — это космический захватчик. Теперь поговорим про кота Тома. Кто-то думает, что это просто глупый кот, который пытается помешать мирным планам Джерри. Вовсе нет, на самом деле даже наоборот. Кот Том является путешественником во времени, который увидел, что случится с Землей, если мыши ее захватят. И он всеми силами пытается уничтожить Джерри, чтобы спасти Землю.